Ярославский «Шинник» в субботу примет на своем поле «Краснодар-2». Эта команда – один из лидеров футбольной национальной лиги. По итогам 10 туров лишь один проигрыш и пятое место. «Шинник» пока на 9-м. Так что для подопечных Александра Побегалова это серьезный соперник. На поле «Шинник» выйдет без двух основных игроков. Оба дисквалифицированы. По итогам на матче ожидается 3000 зрителей.